Всем привет! Продолжаю дальше рассказывать о BitTorrent ноде. Нашел интересную информацию о BitTorrent ноде и сейчас вот попытаюсь объяснить, показать. У нас такая интересная фигня есть, как оценка рейтинга ноды. Ну, а то оценка рейтинга уже состоит там из всяких составляющих частей, там, где мы видим там время работы, возраст хозяина, там, версия, ну, версия программы имеется в виду, там, загрузка и все такое. В общем, в чем смысл? Для того, чтобы повысить оценку рейтинга ноды, ее нужно подержать включенной 30 дней, без остановки, без перезагрузки, без ничего извне. Вот. И получить за это, так скажем, оценку ноды. Вот, набрать 6 баллов, при которой, например, появляется вот первый BTT за Repair мод. Repair мод у меня включен. Включается он здесь, вот так вот, вот. Но как бы не советую, если вы хотите, чтобы у вас не было перезагрузок. Если вы действительно уже перезагрузили, смотрите, какая статистика еще существует. Вот когда я включил, у меня получается 8 число было, у меня оценочка была 7. Потом 9 числа у меня уже была оценочка 8. Ну, я выключил, естественно, мне типа надоело, и оценка 5. После этого оценка 5, ну, превратилась в 6 на 11 число. Ну, какая-то там еще загрузка вот еще есть их на диск. Ну, качается вообще какое-то там смешное количество байт. Может, кстати, надо обновить, посмотрим сейчас. Было 608, стало 611. Так. Вот. 8 баллов. Появляются первые контракты на хранение данных. Ну, я пока, естественно, их не видел, но хочу вам показать в перспективе. Как бы мне не смысл в том, что я не выключаю компьютер, потому что я майню монеров. Ну, как бы я могу просто держать его включенным. Ну, думаю, как бы будет параллельно интересно посмотреть, будет ли эта фигня вообще в целом работать. Может, конечно, даже меньше месяца потребуется на это все. Вот, 10 баллов. Заставит там число наград и решим за режим ремонта. Возникает количество возрастает количество контрактов, извините, даже заикаюсь. Как бы вот такой интересный материальчик нашел. Ну, будем смотреть, будем пробовать. Всем спасибо за то, что вы вообще меня смотрите. Это для меня очень приятно. Я даже в неожиданности такой в шоке, так скажем. Спасибо.